По его словам, в крае еще есть районы, где нет места для занятий физкультурой, но из-за малого количества учеников возводить даже малобюджетные спорткомплексы там нецелесообразно. Глава региона дал поручение разработать универсальные проекты спортзалов. Первые легковозводимые объекты появятся в Белореченском, Красноармейском, Ленинградском, Темрюкском районах, а также в Анапе. Кроме того, в планах этого года ремонт 35 спортивных залов в образовательных учреждениях. Для этого в казне региона уже предусмотрено больше 75 миллионов рублей.